Летчики. Герои Великой Отечественной войны. Гордость и слава нашей страны. Среди них уроженец наших мест. Герой Советского Союза. Летчик-штурмовик Сухоруков Иван Александрович. Родился будущий герой 23 марта 1922 года в деревне Иваньково Тейковского района Ивановской области. После окончания Большеклочковской школы Иван Сухоруков обучался в ФЗУ города Иваново и посещал местный аэроклуб. В 1941 году Иван Александрович был призван в Красную армию. Войну встречал курсантом Серпуховской военно-авиационной школы. С июня 1942 года участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков. Иван Александрович освобождал от неприятеля Северный Кавказ, Кубань, Крым, Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. Став командиром эскадрильи, он неоднократно водил группу штурмовиков на выполнение боевых заданий. Несколько раз был подбит над целью, но возвращался на поврежденной машине в свой аэродром. 5 октября 1943 года четверка Ил-2, ведомая старшим лейтенантом Сухоруковым, проводила бомбометание плавсредств противника. Самолет командира был сильно поврежден и на обратном пути отстал от группы. Одинокая машина была тут же атакована. На плохо управляемой машине Иван Александрович сумел сбить один истребитель. К февралю 1945 года старший лейтенант Иван Сухоруков был штурманом 805-го штурмового авиаполка 1-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 81 боевой вылет. В представлении геройскому званию отмечалось. На боевые задания выходили группы из 89 самолетов Ил-2. Является отличным штурманом. Ориентируется в любых метеоусловиях и на любой местности. 60 боевых вылетов из 81 произвел в качестве ведущего, без потерь ведомых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Ивану Александровичу Сухорукову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».